Всем привет! Вы на канале Аннабель. Сегодня 27 мая 2019 год. Харьковская область. И что мы сейчас будем делать? Мы в предыдущем видео что мы показывали? Посылочку, да, которую мы получили. Саженец. Сейчас я его еще раз покажу. Вот такой вот он. Аккуратненько его достаю. Вот сразу видно, что у него, да? Я вот сильно подняла, да? Да. У него ком отдельно, а земля отдельно. Да. Мы хотели сразу показать, что с этим делать, да? Угу. Что мы делаем? Вот так вынимаем. А вот здесь вот столько земли. Ну, субстрата. Да. Такого. Торф, наверное. Он сырой, понятное дело. Ему нельзя пересыхать. Если он пересохнет, то его очень тяжело намочить. И корни начинают там усыхать. Поэтому торф, почему мы и не любим его, да, он сильно, он хоть и легкий, классно, да, но он, во-первых, пустой, в нем ничего нет. Да, и в то же время, ну, так как у нас другой земли нет, а мы плотный, насыпаем. Да, мы используем эту землю, да, субстрат. Значит, мы на дно насыпаем, вот сюда снимай, сюда, вот сверху прям снимай. Мы насыпаем. Берем немножко осмокота. У нас вот такой осмокот. 8-9 месяцев. На дно насыпаем. Это баклажка. Внизу сделали отверстие. Да. Сделали отверстие. Вот так вот насыпали. И теперь саженец мы возьмем и вставим. Вот. Вот такой горшочек для него подойдет. Да? Да. И что мы сейчас делаем? Я сейчас так вот буду засыпать земельку, да? Вот ее немножко вот так по стеночкам утрамбую. Конечно, желательно для этого укоренитель иметь. Но так как у нас здесь нет укоренителя, но у нас есть эпин. На паузу поставь. Вот мы используем эпин. Вот в такой... Шприц его набираем, да, и так его и храним. Потому что эти все баночки вот такие, такие колбочки, в них неудобно хранить. И вот сюда в водичку, у нас там чуть-чуть осталось, и мы туда в водичку добавили эпина. Это если нет укоренителя. Вот я немножко вот так по краям как бы пропихнула пальчиками, да, вот. Да. Вот, вот так вот. И там вот еще видно, что есть прорехи, да? Угу. Воздух есть. Значит, что мы делаем? Я сюда по этим же краям, чтобы туда тянулись корешочки, досыпаю. И еще, ну, получается, где-то до 5 грамм осмокота мы используем. И вот прям с середины тут вымываю. Заливаю вот так хорошо. И надо ждать, пока эта водичка пройдет. Сейчас еще чуть-чуть пальчиком помогу. Вот. И вот она прошла. Тут какая-то читрава. Ага, трава. Чего тут только нету, да? Так, вот. Надо еще засыпать. Чтобы прям под горку было. Ну нет, не совсем под горку. Да. А он опустился, торф, да? Да. Вниз опустился, он такой воздушный. Мы еще пальчиком помогли. Сильно трамбовать не стоит. Вот. И опять проливаем водичкой. Вот надо, чтобы эта водичка вся пропитала торф весь. Да? Да. И вот так вот мы оставляем и несколько раз будем добавлять оставшуюся землю. Вот. Такой саженец нам обошелся в 200 гривен. Вот. И нам еще пришлось над ним поработать, да, зайка? Да. Сейчас я вот покажу. Вот тут видно, вот где завоздушены, вот это, да. Вот. Вот так вот пальчиком надо немножко вот так вот как бы завоздушены убрать. Вот. И еще, видишь, вот это вот все. Вот это вот все завоздушено. Это все надо поубирать. Так вот попроталкивать, да? Угу. Их
хорошенько еще раз водой заливать и подсыпать торф. И надо дать воде пропитаться вот здесь вот. И потом еще вот так вот присыпать, чтобы оно не трескалось. Да, на этом все. На этом мы и закончим. Встретимся в новых видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Пока-пока.